сегодня на канале со мной Юлия Иванова. Будем готовить вот такой прекрасный сыр. Я его сделала вчера вечером за 10 минут буквально. И утром уже готов прекрасный к завтраку сыр. Делаем его так. Это совсем не сложно. 400 грамм творога берем. У меня был творог домашний, но я делала его из магазинного молока. 2,5% жирности было молоко, 3,2 было. Я не помню, сколько багетов, но получилось 400 грамм творога. Взяла творог, положила в кастрюльку, туда разбила одно яйцо, соды чайная ложка, соли чайная ложка, лимонной кислоты, ну, буквально на кончике там чайной ложки. Все это перемешала. Можно блендером перетереть, но я этого не делала, у меня блендера нет. Я просто толкушкой с дырочками все хорошенечко это промолотила до более такой однородной массы. На сковороде взяла чугунную, потому что посмотрела видео в ютубе очень много про этот сыр, что прилипает слишком. Я взяла чугунную сковороду, разогрела столовую ложку масла сливочного, убрала с плиты, чтобы сразу не залипло ничего. Туда выложила всю эту массу творожную, поставила обратно на плиту и начала деревянной лопаткой интенсивно все перемешивать. Оно начало постепенно плавиться, буквально 2-3 минуты начинает плавиться. Если слишком смотрю, градусов много получается, я просто убираю на другую конфорку и все, у меня не газ, у меня электро. Отодвинула на другую конфорку, опять помешиваю, выворачиваю, возвращаю опять на конфорку. И таким образом я размешивала, ну, минут 5, может. Потом добавила укроп, у меня прям в заморозке был укроп. Чуть-чуть добавила укроп. Там смотрите, уже может какую-то зелень еще добавить, можете вообще не добавлять. Буквально вот 10 минут я это промешала, или ну минут 7 может быть, не больше. Промешала всю эту массу. Потом взяла, у меня из-под сыра осталось, вот, кстати, сырочек хороший, наш алтайский. 400-граммовая баночка вот такая осталась из-под сыра. Я туда его выложила, разровняла руку подсолнечное масло и прям разровняла это все. И поставила в холодильник на ночь. Режется хорошо. Простоял вот он у меня ночью в холодильнике, получается. Режется хорошо. Он не твердый сыр, как вот в магазине, но получился, вот смотрите, вот такой плавленый хороший сырочек. Я уже попробовала. Очень вкусный. Ну, очень вкусный. В магазине плавленый сыр продается. Он просто такой однородной массы, тягучей, непонятной. Этот погуще, конечно. То есть его можно резать. Получается, ну, очень вкусный сыр. Сделайте, не пожалеете. Буквально, говорю, вот 10 минут вечером. Пришли с работы, быстренько сделали, в холодильник поставили. А на утро вам, пожалуйста, вот такой шикарнейший к завтраку сыр. И действительно, я сначала тоже сколько смотрела про такой сыр роликов, скептически относилась. Думаю, там вкус будет, сода чувствоваться, наверное, не понять что. Нет, он действительно вкусный. Думала, будет яйцом отдавать, как омлет. Ничего подобного. Получается вкуснейший сыр. Всем советую, попробуйте такой сыр, сделайте. Не пожалеете. А всем до новых встреч. Пока-пока. Но надолго прощаться не будем. Если кому надо пошаговый рецепт, я сделаю еще ролик с пошаговым рецептом. И хочу потом сделать еще вытяжной сыр. Тот из свежего молока делается. Попробую тоже из магазинного молока, получится или нет. Типа моцареллы, или как еще называют, чечил вроде, это говорят как одно и то же. Вот такой сыр еще попробуем сделать. Кому понравилось, ставьте лайки. И тем самым я пойму, стоит ли мне делать продолжение и еще на тему сыров
ролики или нет. Всем пока-пока.